уполномоченный по Брестской области. Ну, более-менее область вы знаете. Да. Хотелось бы, чтобы вы сказали пару слов, как вы видите там свою работу, ну и вообще, как вы в первом приближении, как уполномоченный, оцениваете работу нового губернатора и Брестской области. Я планирую серьезно заниматься Брестской областью. После Гродненской я побуду в Брестской области. Вы должны все изучить там и мне доложить уже потом на месте. Основные недостатки, может быть, и резервы, которые мы можем использовать на Брестщине.